Правительство Италии выразили вотум доверия в Сенате и дали зеленый свет законопроекту, легализующему гражданские союзы однополых и гетеросексуальных пар. За проголосовали 173 депутата, против 71. Ранее из текста проекта документа была исключена статья, предусматривающая усыновление однополыми парами биологических детей-партнеров. Впереди голосование в Нижней палате парламента. Европейский суд по правам человека неоднократно критиковал Италию за отсутствие соответствующего закона.